Расскажи, какие у нас новости? Очень хорошие. Какие? Один по танцам хорошая, один по школе. Сначала раскрыл по танцам. Меня взяли в конкурс по танцам. А в музыкальной школе будем танцевать. Еще мы сейчас едем на веселый старт за честь нашей школы. Если мы выиграем первое место, мы еще куда-то поедем. А если второе, там третье, мы уже никуда не едем. Все, мы просто тренируемся. Да. У нас сегодня такое вот утро. Всю ночь лил дождь, а теперь пошел снег. Супер погодка. Не ждали зиму, она пришла. На пару часов, наверное, сижу. Я сказала, до 9 утра вроде бы снег. Потом все тает. Так, соревнования отменяются. Автобус сломался. В общем, на грани фантастики. Соревнования. Все едут на своей машине. Мы налево, девочки. Мальчики направо. Мы вас ждем на той. Да, хорошо. Вы рады, девочки? Все. Так, Матвей, пошлите. Да я поехал. Я показал, что там стояли. Да? Поэтому пришли. Дети, ну что, все переоделись? Мы приехали в Величковку со всеми детьми в 38-ю школу. Сейчас дети немного подкрепятся, и мы пойдем соревноваться. Какой тут снег валит. Ну да. Так вы выиграли? Да!
Давайте садиться. Мне же все рассказали. Кто тебе рассказал? Папа. А папа тебе сказал? Да. Ясно. Едем дальше. Куда? В детскую. А зачем? Ну, сейчас не едем, а вообще соревнования он тоже дальше. Первое место же заняли, теперь в Динскую ехать. А это где соревнования были? Это были в Величковке. До нее так далеко? Ну, где-то полчаса мы ехали. Да. Правда? Да. А ты куда собрался? Куда-куда, да, деда. И еще куда? Да, баба. Да? А ты куда собрался? Пойдем разыграем. Гриш, не болтай, пожалуйста. Ужас просто. Гриш, ну честно, ужас. Я знаю. Ну, болтаешь языком. А Фось, тебе помочь? Да. Да? Да. Все, поедем сейчас с детками. Всех их развезу, кто до бабушки, кто до дедушки. Тут уже крики. А, кто тут? Мама, мама, у тебя же их 2 минуты не видели. Да? Гриша сейчас выдаст Антохе сумку, и Антоха пойдет. Пока, сынок. Все, Антоха уже научился, он сам ходит. Сегодня у него тренировка только мальчики называется. Пошел. Этот мальчишник. Да. Так, я приехала на открытие. На открытие. Чего? Вот смотрите, здесь будет, по-моему, фитнес. Ну, сейчас посмотрим, что здесь будет. Номер телефона в группы записываться. Розовое шампанское. Девчата, вот наш один тренер, первый тренер. Вот Аня. Она вообще-то, ну... Расскажи, что силовые, да? Значит, что? Фитнес-зал мы открываем уже. Уже набираем группу, и фитнес-зал будет работать. Да? С этими с тренажерами для пацанов и для вас тоже здесь тренажеры будут. Это сам. Чуть-чуть попозже, когда мы все это раскомплектуем. Здесь пол надо чуть, оказывается, переделать, мы не знаем. На пол сделать, а покрытие другое. И это самое. И это будет попозже. Но фитнес уже будет работать. Все. Только набираем группу и начинаем работать. То есть одну, две, три, сколько групп. То есть можете уже записаться. Да? Да. Чтобы всем было комфортно. Здесь вентиляция есть, все продумано, все есть. Конечно. То есть будет все нормально. Значит, вот Вера, здесь будет он пацанов будет вести, когда они будут заниматься. Да, ну и девчат, да. Но в основном, да. И Танюша. Еще есть у нас тренер по джамбо, да? Она. Латина. А, латина, да. Вот. Она сейчас на массаже просто, она попозже подойдет. Вот. Я вот передаю слово нашей Ане. Вот. Вот Александрия стоит. Вот она сейчас получила официально. То есть вот все жалобы, короче, которые будут на всех нас, да, она будет получать. А предложение вы. Да, да, да. То есть ей будет доставаться больше всех. Мы ее поздравляем с получением документов. Спасибо большое. Заодно. Ну, я предлагаю выпить. За это предприятие. Ура! Я думаю, это хорошее предприятие, которое да, будет приносить ряд радости и счастья людям. Здоровье, ряд радости и счастья. Все, за это выпьем за здоровье. Особенно Таня мечтала. Из тренировки. Остальные все такие. Не очень молодые. Гера старая. Это молоденькая Гера. Она приехала из-за рубежа. Да. Мы не будем говорить, с какого. Из-за рубежа.
За границей. Да, она расскажет сейчас. Заменяйте в зал. Ну, в общем, всем здравствуйте. Меня Аня зовут. 24 года. Сейчас большая история. Я весила 120 килограмм. То есть медицина меня спасала, мой рост. Как мой муж. Шарик, но я была очень большая. В школе и предмет я всегда, вот, несмотря на свой большой вес, я быстрее всех бегала в школы с девчат. Играла в волейбол, в футбол, но больше такие пацанячьи спорты привлекал. Куколки я не играла. Войнушки в основном в такие вот моменты. Что касается фитнеса, меня затащили туда силком в спортзал. Мне не понравилось. Я ушла оттуда, предпочитала покушать. Здоровье все нормально, значит, обидка, сахара нет. То есть проверяла, все нормально, просто не закрывала рот. До 18 лет не было молодого человека. До 18 лет я, ну как, была как братан, как для молодых людей, девчат. Ну, такая компанейская была, всегда со мной все общались. Но когда я смотрела на сверстников, когда, допустим, мои одноклассницы, подружки гуляют с мальчиками, например, а я вот хожу, такая трушка, и никакого внимания мне не было, я начала задумываться. Потом решила разобраться, что не так. Начала составлять, питаться как-то, где-то питание сформировать. У меня сладкоежка была вообще жуткая. Баунти, вот здесь кокосовая стружка, меня влетала как семечки. Я не задумывалась. Кушала, хорошо кушала, плохо кушала, то есть всегда кушала. Именно вот сладкое. Вот это. После чего уже 18 переступила совершеннолетие. Клуб пускают, туда без проблем, все какие-то продавали, то есть такие моменты всякие были. И что-то было не то. Начала в себе, у меня мама тоже очень много весила. Лет в 35 лет она была под полтора. Сейчас она выглядит на все 30-35, когда 40 лет. Вот. И тем не менее за 8 месяцев. Это да. Все, есть даже фотографии. Есть фотографии, дома, да. То есть опытная девушка, несмотря на ее молодой возраст. Все, это просто перегнала через себя. И не знаю, когда вижу, допустим, людей, которые страдают этим, которые хотят выбраться из этой рутины, но не могут, я готова дать руку помощи, готова полностью взять в свои руки и довести до результата. За 8 месяцев мне удалось похудеть самостоятельно на 35 килограмм, но было со слезами, с истериками, но на поддержке не было, кроме мамы, ни от кого. Никто не видел, все смеялись. Знали, как это уже было. Все смеялись, и тихо, я решила просто доказать, что я смогу. Вот, после этого похудела я, меня начали узнавать одноклассники, начали смотреть молодые люди на меня, как на девушку. Здрасте. Ходила как любитель сначала. Ходила, все нравилось. Медленно мне нравились, быстро нравились, активные, силовые, вот именно, что собственное место уже место, все было. И меня, когда я ходила на тренировки, меня постоянно просили, я стояла в первых рядах, просили помочь, то есть там опаздывает тренер довести разминку, допустим, и болел, знаете, какие тренировки там, такие вот моменты были, проводила без сертификатов, без дипломов, просто выходила, мне доверяли проводить. Изучая анатомию, биологию, то знаю, что и как, и мышцы достать как-то, жировые клетки, и решила отучиться. Ну, в общем, отучилась я, и вот вашим услугам. И сейчас результат, да? Да, фотографии, очень интересно, могу показать, в электронном виде, в телефоне они есть. То есть у нас получится два вида тренировок, извините, да? Ну, круговая тренировка, акцент идет на силовые и на кардиотренировку одновременно, то есть и совместимо. То есть, кому интересно, можете разово зайти, потренироваться, посмотреть и дальше уже определить, что вам больше подходит. А Ира уже будет более такой, да? Еще, на собственных результатах у меня очень много материалов, то есть я помогала худеть и помогаю. Казахстане было налажено, у меня в Казахстане была налажена система.
Пожалуйста, на примере помогаю людям сбрасывать лишний вес. То есть на набор массы это немножко другой разговор, а на сброс веса, то есть вообще проблем нет. Нет неназемных продуктов, то есть там какие-то морепродукты, там дорогостоящие, все, и там и все, потому что это уже понятно, сколько кушать, сколько пить, когда есть. Можно сладкое, то есть какие-то моменты, смотря сколько сбросить. Поэтому насчет питания тоже можете то есть кого заинтересует, комплексно подходить, салон красоты, красоту наведем, и массаж инсулитный сделаем, и натренируем, и питание составим, то есть все в совокупности Александрия Сила. Все, надо сдать. Так, бокалы. У меня есть, у меня тоже. Чуть-чуть. Это плохо, когда алкоголь нужен, понимаешь? А мы это прям пьем как лекарство. Да. Нет, здесь проявить себя, показать там, походить, они ездят в Краснодар, Кемеровку. Я хочу выпить за девчат, за вас всех. Вижу счастье за сильных, за слабых, хочу сказать, слабых, за сильных девчат. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы приходили сюда только на позитиве и уходили на позитиве в квадрате. Мы постараемся этот позитив поддерживать и делать, и приносить для вас. И да, этот позитив мы только будем умножать здесь. Позитив, здоровье, ну, все остальное. Вот. Ура! Ура! Здесь зал делать, тренировочный. Да. Ну только на похудение рассчитано. Это зависит от питания. Вот смотри, мы как бы рассказали основную работу, да? Аня рассказала свою работу, что она может попадать. Ну, я сказал, что ты у нас тоже будешь вести группу. Вот, расскажи свои. Я буду вести группу зуба. Вы знаете, что это? Нет. Это танцевальный вид фитнеса кубинский. Он достаточно распространенный, но в крупных городах, да? Вот. Ну, на у нас здесь тоже появится. Он включает в себя что? Латиноамериканские танцы, кубинские, африканские ритмы, современного танца ритмы. То есть такая веселая кардиопрограмма, но мы ее начнем не только с кардио сразу, но и с силовой, потому что ну, час кардионагрузки я не думаю, что это сразу с первого раза выдержу. Поэтому будет танцевальная программа на кардионагрузку направлена, и уже потом силовые упражнения. То есть вот такое. Весело, энергично. Понятно, то, что первая цель у нас – коррекция тела, повышение иммунитета. Пролетает незаметно, весело, энергично, эмоционально. Вот, я думаю, то, что в интернете вы даже сможете ознакомиться, да, с первоначально что-то такое. Ну и мы будем еще какие-то выкидывать, соответственно. Вот, и открытое занятие, я вот сейчас пока работала, подумала, то, что первое занятие такое открытое будет бесплатно, просто чтобы посмотрели, ознакомились, попробовали, и потом уже приняли для себя какое-то решение. Но это только первое занятие, если мы его причем объявим. Не первое для того, когда вы надумаете прийти, а вот, например, мы его объявим в среду там, или в пятницу, или в понедельник, то есть уже в зависимости от того, что руководство все скажет, разрешит. Вот. Это первое занятие, то есть в Инстаграме, естественно, будет опубликовано, когда вы сможете попробовать, чтобы понять вообще ваш ритм, не ваш, потому что очень многое же зависит именно от темперамента человека. То есть кому-то близко что-то медленное, спокойно делать, да, такое как йога, кому-то близко попрыгать, подвигаться, потанцевать, поплясать, покричать. Это для тех, кто любит энергетику. Не просто похудевшие от слова худа, а качественно. У нас тут свой знак качества здесь. Будет ОТК. Всем тату. То есть мы сначала спрашиваем у мужей, у молодых людей, что они хотят сделать
Да, да, что они хотят от себя. Что они хотят видеть. Приходит девушка, своей, да, и говорит, я хочу подкачать здесь и убрать здесь. Да, и раз, нет. Он сказал, вот здесь подкачать, а здесь убрать. Да? Где-то так. Нет, ничего невозможного. Я был вообще пухлячком, таким, ну, в классе восьмого, такой пухлый, такой неповоротливый. Можно сказать, как колобок, невысокий. Это знаю, да? Потом пошел вот бокс. Бокс мне не понравился, я пришел на боевое самбо. Занимался 3 года, получил разряд. И мне уже стало неинтересно заниматься, так как я занимался для себя. И я перешел вот в качалку. И там тренер меня многому научил. Диеты, могу диеты написать. Именно вот если у вас сушка для сушки, или для набора массы. Или просто поддерживать форму легкими там тренировками, упражнениями. Вот. А железо... Так, Афоне сейчас нужно переодеться. Почему, Афонечка, расскажи. Потому что мы с Волькой помелили и зайчика. И зайчика, да? Достали. Оказалось, у нас есть 2 зайчика. Один серенький вот такой зайчик. А зачем? Ну, я не знаю, написано принести, у кого есть какие костюмы лесных зверей новогодние. У нас есть, получается, волк и 2 зайца. Один серенький. А один... кофту? Нет, будет пока в футболочке. Давай, одевай. Ты волка будешь или зайчика? Ну, давай сейчас волка будешь? Ну, давай, иди, я тебе помогу. Это сынульчика. Это кофта, сынок. Он ее на ноги одевает. Сынуль, иди. Это, кажется, неправильно. Нужно развернуть. Это зад. Покажи. Так давай, я ж тебе говорю. Давай покажу. А ты тоже сними. Ну, сними, сними. Помогать? Да. Иди, поправлю тебя. Ну что, хвостиком помаши. Я как заяц. Ты как заяц хвостиком машешь? Вот так. Он меня чай на лицо забрал, на лицо забрал. Тебя? Так, давай теперь, этого зайца. Серенького? Да, серенького. Это кто? Зайчик. Мама, это колит. Колет? Ну ты же будешь в маечке, ты сейчас без маечки померил. Нравится или лучше волком будешь? Ну давай другой заяц. А, еще белого зайца будем мерить? Да, мерить. Ну иди, я развяжу. Тут такой костюм, да, что сам ты его. Все, готово. Ну что ты сразу прыгаешь, посмотри на меня. Как ты будешь кушать морковочку? Тут свилеет к своим костюмам, Афоня. Так какой тебе костюм нравится? Давай медведя неси. А, еще и медведя тебе нести? А это не нравится? Ну, давай еще медведя. Ну, давай. Как ты будешь говорить? Ну, костюм. Я на зеркало посмотрю. Давай. Ну, длинноват чуть-чуть, но не критично, да? Да, не критично. Давай берем садик. Какой берем? Медведя. Медведя берем? Не критично тебе, нет? Нет, хорошо. Хорошо? Ну, это колит. Это колит или хорошо? Ну, хорошо. В медведе хорошо, ничего не колит? Нет. Помогать или ты сам? Сам. Тигра у нас нет. Есть, но нам нужны лесные животные. Ты кто у нас? Тигр где живет у нас? В лесу тоже? Нет.